Эй, док! Док! Есть здесь кто-нибудь? Эйнштейн! Привет, док. Ты где? Погоди, в 1:15 ночи? Док, что происходит? Где ты попадал в неделю? А где Эйнштейн? С тобой? Знаешь, из-за тебя оборудование всю неделю было под напряжением. Да. Постараюсь не забыть. Да, сейчас 8. Постой, док. Ты хочешь сказать, что сейчас 9:25? Черт, я в школу опаздываю. Марти, ты пришел? Да. Это мое главное изобретение. Я собирал его всю жизнь. Начинай снимать. Так, я доктор Эммет Браун. Мы находимся на стоянке Две Сосны. Сегодня ночь на субботу.
26 октября 85 года, час 15. Эксперимент под номером 1. Снимай меня. Ничего не получится. Пульт не работает. Пошли за мной. Итак, будешь снимать меня, попробуем обойтись без пульта. Готов? Да. Снимай. Снимаю. Ага, я впервые сам раз, у меня первый эксперимент удался на славу. Она работает. Что? 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 Что?